Лабораторная работа номер 4 на типовые алгоритмы, варианты примеров. Итак, вот есть задача составить программу для вычисления суммы бесконечного ряда с точностью до члена ряда меньше, соответственно, эпсилон. Итак, что из себя будет представлять программа? Итак, начинаем с заголовка. Так, теперь переменная, которая нам понадобится, это переменная i, дальше переменная n, которая будет целочисленная у нас. Так, понадобится нам z, понадобится нам x, который будет вещественная. Начинаем писать тело программы. Так, сначала пишем себе комментарий. Так, введите значение. Так, введите значение. Соответственно, x и кстати, погрешность. Сюда еще переменная погрешности. Так, при помощи стандартного оператора ввода мы считываем с клавиатуры два этих значения. Так, дальше. Присваиваем начальное значение i равное 0. Присваиваем начальное значение суммы не 0, а единицы. Так, и начинаем писать. Цикл с постусловием. Так, здесь параметр i мы увеличиваем на единицу. Либо все то же самое можно было сделать, написав процедуру увеличения. То есть вместо этого можно оставить, соответственно, вот эту процедуру увеличения на единицу. Так, следующее. Мы рассчитываем сумму членов ряда. Так, ну и повторяем до тех пор, пока текущее значение ряда не станет меньше или равно, соответственно, погрешности. Так, ну и в конце выводим, благодаря оператору вывода,
номер члена ряда, на котором закончился расчет. Так и саму сумму. Вставляю несколько пробелов, чтобы у нас числа не слились. Так, ну и в результате выполнения программы у нас даже оказалась лишняя переменная, которую можно безболезненно убрать. Так, ну и запускаем программу. Ошибок, как видите, стилистических нету. Ну и вводим знания, вводим, соответственно, значение переменных, например, 10, ну и погрешность 0,01. Так, нажимаем Enter, ну и видим результат, то, что при номере члена ряда 1000, то есть у вас останавливается счет и значение z равно 75,85, ну и там далее. Так, ну давайте уменьшим значение x, возьмем единица, ну и точность, например, 0,1. Так, нажимаем Enter. Получаем, соответственно, результат. Так, вот мы выполнили основной этап лабораторной работы. Так, ну и теперь приступаем к любому другому этапу, в любом порядке. Ну, давайте начнем с электронной таблицы. Итак, мы вставляем скопированную программу. Так, в ячейке Bedding пишем слово параметр. В ячейке C пишем слово значение. Так, теперь находим, где мы вводим значение x и epsilon. E обозначили x. Так, ставим, соответственно, единица и 0,1. Так, дальше параметр i. Так, параметр i ставим равный 0. Так, параметр z сумма ставим единица. Так, дальше здесь i меняем значение. То есть начальное значение здесь находится. Ставим знак плюс, согласно формуле, единицы. Так, переводим на новую. Перемещаем на предыдущее значение. И тянем, соответственно, до 10. Так, следующая сумма z равно, находим, где находится предыдущая, ставим знак плюс. Так, нажимаем на x, зафиксируем, чтобы у нас не перемещалась ячейка относительно столбцов. То есть ставим перед именем столбца. Так, знак деления. И нажимаем на параметр, соответственно, i. Так, опять перемещаем на одну ячейку вправо. Перемещаем на новое значение z, то есть предшествующее. Так, и тянем, соответственно, до 10. Так, следующее действие. Проверка. Так, пишем слово проверка. Итак, воспользуемся условным оператором если.
Так, записываем. Так, ABS функция совпадает с электронной таблицей. Так, дальше значение x опять фиксируем. Столбец, чтобы не было перемещения. Так, делим, соответственно, на i. Так, и должно быть меньше или равно, соответственно, погрешности. Так, и опять фиксируем столбец, имя столбца, значком доллара. Так, если значение истина, то пишем слово стоп, чтобы нам отобразилось. Так, если ложь, то, соответственно, делай. Так, нажимаем ОК. Так, ну и дотягиваем. То есть, как видим, то есть вот у нас описание программы. То есть у нас 100 на 10 получилось 3,93. 3,92,90. То есть значения, соответственно, совпали. Так, задача выполнена верно. Ну и следующее действие, это, соответственно, необходимо нам оформить лабораторную работу. Так, копируем. Дальше вставляем текстовый редактор. Так, форматируем Shift. Так, вставляем формулу. Новую. Так, дальше Z равно, соответственно, единица, знак плюс, X, знак плюс, вставляем дробь. Так, x 1, не 1, 2. Так, чтобы не повторять действия, копируем. Так, ну и вставляем. Так, скопировали неверно. Ставим, ну и поменяем, соответственно, знаменатель. Так, дальше многоточие. Снова вставляем то, что скопировали. Так, и здесь N. У нас было только единственное, четвертое еще добавили. Ну, ладно, не будем выбирать. Так, следующее действие копируем. Так, и пытаемся нарисовать, соответственно, блок схемы. Так, сначала вставляем, как обычно, полотно, в котором будем отображать. Так, начало, дальше
в значении. Так, дальше. Сюда запишем начальное значение параметра и суммы. Так. В этот прямоугольник запишем изменение параметра и суммы. Так, дальше идет условие. Так, опять вывод на экран. Так, ну и конец. Так, теперь при помощи линий со стрелками показываем направление выполнения каждого этапа в виде блок-схемы. Так, и будет у нас правильный путь. И, соответственно, если условие не истинно, то значит ложный путь. Так, ну и давайте заполним графические блоки. Начало, дальше вот x, вот x и эпсилон, ну или e, обозначающий погрешность. Так, здесь начальное значение. Увеличение параметра и увеличение суммы. Так, уберем лишнее. Так, дальше условия. Так, если условия верны, то выходим и отображаем, соответственно, так, номер члена, который получился при выполнении этого условия, ну и значение суммы. Так, ну и так, ну и вот такая у нас блок-схема, соответственно, на решение поставленной задачи.
Так, ну, и остается только защитить лабораторную работу.